Всем привет, друзья! Я по-прежнему нахожусь в станице, тут очень много дел. И первым делом мне нужно приклеить дефлекторы на автомобиль. Вот такие дефлекторы я заказал в интернет-магазине Wildberries. Об этом я рассказывал в каком-то из своих влогов. Стоили они, по-моему, 1300 рублей. Дефлекторы мне нужны для того, чтобы была возможность проветривать автомобиль. Я на ночь оставляю вот такие щелочки, ну и сквозняком протягивать. Но если, допустим, в Самаре шел снег ночью, то на сиденье утром были огромные сугробы. Ну а в Краснодаре дождь. Все это будет, естественно, затекать. Вот поэтому мне нужно приклеить дефлекторы. Для начала я обезжирю поверхность, куда буду приклеивать спиртом. Сейчас главное понять, какой куда и с какой стороны. Вот это сюда подходит. Вот тут такой двусторонний скотч должен быть очень прочный. Сейчас буду В общем, получилось все по красоте. Ну и так приклеилось, что не оторвешь. Ну и внешний вид у машины, конечно, изменился. Ну, внешний вид, конечно, это не важно, хотя тоже так же прикольнее. Главное, чтобы вода не затекала. Пойдет же, пойдет.
Мама что-то готовит. А вот у меня варится суп с шампиньонами. Картошка, шампиньоны и курица. Ну и лук я здесь отварила, уже его выбросила. Мне очень нравится этот супчик иногда. Я его ем с удовольствием. Свекла с чесноком? А это, да, закусочка свекольная с чесноком, с майонезом. Грибочки. А это грибочки я тебе оставила для мяса. Ты будешь мясо жарить? Да. Так, я сюда притащил. Прошлый свой приезд я сделал новую проводку от дома к летней кухне. Я старые провода не снял, не успел. Вот сейчас этим и
Еще куда-нибудь пригодится, в огороде что-нибудь подвязать. Пока есть время, я хочу зачистить и покрасить трубы. Трубы надо покрасить, а то они начнут скоро ржаветь. Но для этого их надо очистить от старой краски. У меня есть вот такой диск, которым это будет очень удобно сделать. Конечно, не забываем про технику безопасности. У меня есть немного краски, и я сейчас подкрашу те места, где оголенный металл, чтобы он не начинал ржаветь. А потом куплю краски и покрашу все трубы полностью. Ну а на ужин я хочу приготовить мясо с грибами, картошкой и сыром в новой электродуховке. Ну это видео смотрите на канале Ваня Бизани, ссылочка на который будет в описании под этим видео. И вообще подпишитесь на этот канал, на нем будет очень много интересных видосов. Достаем всю эту красоту. Ну что, все это, конечно, надо попробовать. Всем приятного аппетита. Картошка рассыпчатая, тает во рту. Грибочки сочные. Вот так выглядит мясо. Тоже разваливается. Друзья, это божественно. Просто сказка. Всем спасибо за просмотр и приятного аппетита. Ставьте лайки, пишите комментарии и не забывайте подписаться на этот канал.